Шайтан, на связи? Да. Смотри, в общем, я дал метку, там стройка, двухэтажная или трехэтажная, что-то около того, там их прям очень много было. Да, я понимаю. Ты, в принципе, с пирсом, может быть, и выбьешь. Шайтан, это здание смотрит еще на воду, и перед ним, перед, между водой и ним ничего нет. Понял. Ты будешь из порта работать? Я ищу пока позицию. Там над крышей 3 кента, как минимум. Здание напротив высотки. Стройка, которая... Стройка, которая ближняя к воде. Сидит пехота. Одного убил. На втором этаже тоже есть напротив высотки. Очень. Там двое, по-моему. Дал на третье здание метку. Нашел себе позицию? Ну, более-менее. Понял, сейчас к тебе подойду. Что-то прямо Да-да-да. Перед вами стройка недостроенная возле воды. Там пехота вражеская. На востоке. На востоке от нас 400 метров. Стройка. Там пехота. За желтым краном. Здравия желаю, товарищ Шайтан. Здорово. Несколько. Поехали справа от нас, снова стоит.
Нас вот выбили нашу тачку неподалеку от меня. На перекрестке на ближайшем. Вот метка пехи на карте стоит. Там выбили наших. А, ты на своей, получается, самой дальней метке, да? На восточной. Южнее от пехи. Да-да. Стройки работаешь из окна? Многоэтажки. Вижу, тебя сейчас подойду. Дальше по улице на восток. Магазин, синяя надпись «Мотор». Двое пехов, первый этаж. Плюс. Thank you.
Пройду, пройду. Занимай правую стройку за краном, которую ты оттуда их увидишь, в принципе. За краном сразу? Да, да, да. А ее чистили? Ну сейчас Потому что я в ней убивал парочку, но там еще могут быть. Сейчас проверим. Там на крыше был, да? Да, дистанция 185. Где VIP? Нашли VIP. Випа не убейте, не кидайте гранаты, убьете випа. Будка маленькая, домик на входе. Ранил его вроде. В будке, в будке.
Дэдди, слышишь? Дэдди? У нас тут враги на нашем этаже. Одного убил, кто-то еще разговаривал. По нашим стрелял. Давай, давай, давай. Уходим, уходим, Дэдди. Команду дали уходить. Назад еще сдай. Сдай еще назад. Он не ломается? Садись. Не садись за пулемет. Шайтан, прыгай. Сейчас еще один прыгнет. Подождите секунду. Давайте, давайте, давайте. Бля, опять за пулемет. Слез пулемет. На пассажира сядь. А быстрее не иди. Вы уехали? Фир. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.